Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на игровой канал Forever Gamer, и мы продолжаем играть в Skyrim. Значит, в прошлой части... В прошлой части мы должны были добыть рог Юргена, но кто-то нам оставил вместо этого рога записку. И как бы задание толком еще и не считается выполнено, надо встретиться с тем, кто забрал рог. И этот кто-то... находится в этой таверне в Ривервуде. Я хозяйка гостиницы. Моя обязанность — следить за приезжими. Так, она говорила, что нужно снять комнату на чердаке. Значит, снимаем на чердаке. Чердак? Да. Что ж, у нас нет чердака, но одна комната свободна, налево от двери. Чувствую себя как дома. Отлично. Вот наша комнатка. Так. Значит, ты Довокин. А тебе многие говорят. Так. Ты не это ищешь? Нам нужно поговорить. Иди за мной. Значит, вот это и есть друг Дельфина, хозяйка таверни. Это и есть мой друг. Так. Надо поговорить. Что ж, пошли поговорим. Закрой дверь. Здесь, по-моему, потайная дверь у нее. Там в шкафу. Так, закрыть дверь. Давай, закрой дверь. Ну, закрыл я дверь, не ори. Теперь можно поговорить. Золото. Вон еще золото. Так, подожди, сейчас я к тебе спущусь. Ну, что ты там хотела? Поговорить. Седобородые, похоже, думают, что ты Довокин. Надеюсь, они правы. Ну да, я Довокин. Так. Седобородое право, я Довокин. Надеюсь, что так. Но прости меня, я не поверю во что-то только потому, что так сказали седобородые. Я только что отдала тебе рог Юргена. Значит, я тоже драконорожденная. Так, мне нужен рог. Вот и все. Так, ну ладно, что тебе нужно? Я бы не пошла на это без причины. Нужно было удостовериться, что это не ловушка талмарцев. Я тебе не враг. Я уже отдала тебе рог. Я правда пытаюсь тебе помочь. Просто выслушай меня. Продолжай. Как я писала в своей записке, я слышала, что ты, быть может, драконорожденный или Довокин. Я член ордена, который искал тебя. Ну, кого-то вроде тебя. Уже очень давно. Если ты, конечно, и вправду Довокин. Прежде чем я расскажу тебе больше, я должна удостовериться, что тебе можно доверять. Так. Доказывать еще чего-то. Так, что у нас тут вообще есть? Откуда я знаю, что тебе можно Если доверять? Если не доверяешь мне, глупо было приходить сюда. Так. Зачем ты ищешь Довокина? Мы помним то, что многие забыли. Драконорожденные... Совершенные драконоборцы. Только вы можете окончательно убить дракона, пожрав его душу. Ну что, ты сможешь поглотить душу дракона? Да, так мне и довелось понять, что это Довокин. Хорошо. И у тебя будет шанс доказать мне это довольно скоро. Чем ты ищешь Довокина? Мы помним то, что многие забыли. А, стоп, я тебя я уже не должна тебя это. Выпускать. Я член ордена, который искал тебя. Да, я понял. Ну, кого-то вроде тебя. Уже очень давно. Если ты, конечно, и вправду Довокин. Прежде чем я расскажу тебе больше, я должна удостовериться, что тебе можно доверять. Так, ты сказала, что талмарцы преследуют тебя. Да. Мы очень давние враги. И если мои подозрения верны, они как-то связаны с возвращением драконов. Но сейчас это не важно. Важно то, что ты, быть может, и есть Довокин.
Что ты мне не договариваешь? Драконы не возвращаются. Они просто оживают. Они никуда не уходили. Они были мертвы, убиты сотни лет назад моими предшественниками. Теперь что-то вызывает драконов обратно к жизни. И ты поможешь мне положить этому конец. Хорошо. Так. Почему ты думаешь, что драконы возвращаются к жизни? Ха. Несколько лет назад я почти то же самое сказала своему коллеге. Не то случайно нажал. Что ж, оказалось, он был прав, а я нет. Вот оно. Я не думаю, я знаю. Я ходила на древние могильные курганы. Они опустели. И я догадалась, кто и где следующим пробудится к жизни. Мы пойдем туда, и ты убьешь этого дракона. Если у нас все получится, я расскажу тебе все, что ты захочешь узнать. Так, окей, куда мы идем? Роща Кин. Там есть древний драконий могильный курган. Если мы доберемся туда прежде, чем это случится, возможно, мы узнаем, как это остановить. Так... Кое-какие дела, но не знаю. Потом приду. Я не могу ждать, пока ты решишься. Встретимся в роще Кин. Не теряй времени в дороге. Окей. Так. Я могу это все взять, да? Круто. Так-то лучше. Пойдем по дороге в рощу Кин. Так, так. Пойдем, пойдем потом. Здесь ее любят все. Кроме того, это одна из первых, которой мне посчастливилось выучить. Так, я еще Рагнар Рыжий! Ага, вот. Жил да был Рагнар... Черт, я не хотел книгу читать. Рыжий героем он слыл, как-то раз он Байтран ненадолго прибыл. В сундуке пусто, ну... Ладно. Так. Он куражился, выжился, бряцал мечом, похваляясь, что враг ему всяк нипочем. Но вдруг Рагнарыжий... Так, алхимическая лаборатория. Вы можете создавать зелья и яды, соединяя два или более ингредиентов, которые у вас... у которых есть общие свойства. Чтобы узнать свойства ингредиентов, экспериментируйте с ними, окей, попробуем. Как Лютик паник, он услышал мотивы насмешливый крик. Ингредиенты. Что блажишь ты, что врешь, что ты мед здесь наш пьешь. Нас довольно, готовься, сейчас, сейчас ты умрешь. Сейчас попробуем что-то сделать. Лязг стали, а сталь беспрестанно звенел, и Матильды воинственный дух пламенял. И унял с тех пор Рагнар хвастливую речь, как слетела башка его рыжая с плеч. Попробуем так, что... За юность мы пьем, прошлым дням наш почет скоро век. А, неизвестный эффект. Произвола совсем истечет. Побьем, братьев бури, землю нашу вернем, защищать край родной. О, у меня получилось зелье. Уже что-то. Так, зелье сопротивления электричеству. Круто. Будем мы день за днем. Круто. Я лишь попробовать хотел, так что... Ульфрик, изменник лихой. Что в этом сундуке? Ух ты. Зелье, свиток. И ниш так будет у нас мир горой. Тоже надо попробовать. Мы скорее дети, битва нам словно мать. Нас Авангард ждет светлый, каждый раз жизнь отдать. Ну, окей, выучим. Урон холода. И что я могу? Но прежде очистим мы отчизну свою, не уступим мы нашей надежду воронью. Так. Крохотный камень душ. Создать. И что теперь? Теперь мой лук наносит урон холодом. Круто. Ой, ну это, наверное, закрыть надо. Мало ли что. Ой, я себя случайно закрыл. Так. Вот и все.
Теперь идем в эту рощу Кин. Рощу Кин. Доказывать, что я Давакин. Можем пойти вместе? Там, вот она здесь. Или разделиться и встретиться там, как хочешь. Ну, пойдем вместе. Так, стоп, это где находится вообще? Да, я там поблизи нигде не бывал. Ладно, пойду с ней. Где ты делась? Ну, ты идешь? Ну, пошли. Ладно. Если мой расчет верен, следующим пробудется дракон, похороненный у рощи Кин. Ну, пошли уже. Давай, идем. Идем, так чё ж ты стоишь? Я уже впереди тебя. И фиг с тобой, сам пойду. Где мой спутник? О, вон и она идет. Отлично. Пешочком. Так, я хочу выбрать заклинание. Кстати, как вы видите, у меня начали появляться вампирские способности. То есть, это уже, скорее всего, первая стадия. Ну, это всего лишь первая стадия. На меня каждый встречный набрасываться пока не будет. Как я и говорил, позже покажу, как от этого исцелиться. Но пока на меня еще никто не набрасывается, как я это уже упоминал. Не думаю, что талмарцы уже прознали о тебе. Так что хоть они нам пока не угрожают. Будь настороже. Нам не нужны задержки. Цветочки возьму. Да, это будет скучно туда идти. Будет очень долго. Разве что, если по пути никого не встретим. Сколько ж туда еще петлять? Черт. Еще прилично. Ничего страшного. Не первый раз. Куда ты пошла? Осторожно! Вот что-то. Странно, это средний. Я вот играю на среднем уровне сложности, и волк, ну, буквально с первого удара умирает. Кто вы такие? Эй, ты! Гражданин! Сюда нельзя! Ты чинишь помехи имперским должностным лицам. Да-да, так что с тебя штраф. Ну, скажем, 100 золотых. Плати, гражданин. Ой, ну да, сейчас буду я вам прям платить. Так. Ну, если ты настаиваешь... Эй, ребята, повеселимся. Повеселимся. Победа за тобой! Я сдаюсь! Вот как это делается! Отлично. У вас толком ничего такого нету. Лишь броня. О, кстати, броня. Вот такой вот у меня вот нету. Это у меня есть. Давай держаться вместе.
Я не хочу, чтобы тебя убили раньше времени. Я тоже не хочу. Возможно, нас убьют. Но, по крайней мере, я выбралась из Ривервуда. Действительно, не сидеть же там всю жизнь. Кстати, у меня появилась такая способность. Называется... Вот. Зрение вампира и слуга вампира. Зрение вампира улучшает ночное зрение на 60 секунд. Интересно, как это работает. Ну. Ух ты. Им надо было быть поразборчивее с обедом. Сила вампира растет вместе с городом. Ты не стараешься. Ну, где это? Одни волки по пути попадаются, еще какой-то орк в имперской броне. Нам лучше продолжить путь. Мы и так идем. Вот куда ты идешь постоянно? Помни, мы не должны ни во что ввязываться. Нам нужно как можно быстрее добраться до рощи Кин. Это знаменитое бандитское логово. Но при этом кратчайший путь в рощу Кин. Так что, возможно, нам придется убить нескольких бандитов. Стой. Это платная дорога. Раскошеливайся. С тебя 200 золотых, если хочешь пользоваться нашей дорогой. Да, хочу, только 200 золотых отдавать я не очень хочу. Очень печально. Я знаю, не очень печально. Ты умрешь. Это все, что у тебя было ценного. Где я уже нахожусь? Еще я на полпути уже. Мне уже показалось, что это волк по звуку. Чего? Сейчас прибью лисичку. Ай, промазал. Попробуй попади по ней. Ладно, не буду стрелы тратить. Ты кто такая? Говорят, неподалеку были какие-то беспорядки. Я куда ты идешь? Мне не стоит говорить, с кем попало. У меня ответственное дело, знаешь ли. Так, я могу избавить от тебя от воровки. Нет, я справлюсь. Но все равно спасибо. Ну ладно. Пойдем дальше. А ты кто такой? Норды? Некоторые говорят, что Алдуин — это Акадош. Некоторые говорят, что Майк — это лжец. Не верьте ни тому,
и другому. Ну и ладно. Мне вообще все равно. Мне надо добраться до рощи Кин. Я надеюсь, что ты Довокин. Правда надеюсь. Да Довокин, я Довокин. Но мы скоро узнаем наверняка. Почти пришли. Еще немного. Так. Что-то ты мне не нравишься. Кто-то я такой. Совершаю паломничество в святилище Азуры. В горах на северо-востоке. Я покажу тебе на карте. Ну ладно. Спасибо. Я уже подумал, это некромант какой-то. Близ рощи Кин есть таверна, деревянное кружево. Слышала, там подают неплохой темный эль. Лесопилка, пирожок. Не сравнится пирожок. Со спящим великаном, конечно. Еще немного, еще немного. Давай держаться вместе. Я не хочу, чтобы тебя убили раньше времени. А вот и волки. Как же они задолбали. Им они надо было быть попадаются. Поразборчивее с обедом. А, отлично. Это точно. Что это там за домик такой? А, нет, туда спускаться надо. Я не хочу спускаться. Просто пойду дальше. Черт, что за крыса? Злокрыс. Был злокрыс и нет злокрыса. О. Ползучая лоза. Желаю, чтобы какие-то наглые эльфы мне указали. Если знаешь кого-то из истинных что сыновей и дочерей Скайрима, скажи как им, пусть идут мой твои родные брат ищет. Мы с них были вести, говорят, его забрали Таллас. Мне предлагают присоединиться к братьям Бури. Подумаю. Ведь мне еще предлагали и к Империи присоединиться. Конюшня какая-то. Ой, имперская кровь кипит на солнце. Где она там потерялась? Куда надо идти вообще? Вверх по дорожке. Понятно. Нам лучше продолжить путь. Мы и не останавливались.
Все, еще немного. Еще чуть-чуть. Наконец-то. Пришли. Подожди. Нет, не ходи туда. Ты не дракон. Он нападает. Дракон. Ну, не знаю, пока нет. Он улетел за город и сел на старый драконий курган. Не знаю, что там происходит, и выяснять не собираюсь. Быстрей. Может быть, слишком поздно. Да, ты права, надо бежать. Мы должны узнать, что тут происходит. Мы, собственно, это сейчас и делаем. Воршановы глаза! Ты посмотри на эту громадину! Пригнись! Я поднялся. Я извиняюсь, мне пришлось отлучиться на пару минут. Значит, что мы должны сделать? Убить дракона, да? Мощно умер вообще. Так, что у тебя есть? Делаем. Отлично. Главное, что золото. Совсем неэффективно, надо что-нибудь другое выбрать. Вот так вот. Вот теперь уже надо лупсать. Сейчас мы поглотим его душу. Так. Давай быстрее. Вот и поглотили душу. Так. Ого, сколько у тебя всего ценного. Я возьму все. Где ты? Вот. Я прямо за тобой. Я хочу, чтобы ты понесла. How can I serve you, my thane? Что ж, сейчас я отдам ей эту чешую, кости. Не сильно тяжелые. Веди. Надо поговорить с дельфином. Я обещала тебе все рассказать, верно? Да. Говори. Отвечу на все вопросы. Ничего не утаю. Кто ты и чего ты хочешь от меня? Я одна из последних клинков. Давным-давно клинки были драконоборцами. Мы служили драконорожденным, величайшим драконоборцам. Более 200 лет с момента гибели последнего драконорожденного императора
Клинки искали, в чем же теперь наша цель. Теперь драконы возвращаются, и наша цель опять ясна. Мы должны их остановить. Клинки, кто это такие? Именно! Никто сейчас даже не помнит нашего имени. Раньше весь Темриэль знал, что мы защитники императоров династии Септимов. Но эти времена давно миновали. Последние 200 лет мы искали следующего дракона рожденного, чтобы направлять и защищать его, как велит нам клятва. Но никого не нашли до сего дня. Каков наш следующий шаг? Сначала нам нужно выяснить, кто стоит за драконами. Талмар, наш главный подозреваемый. Если это и не их рук дело, они знают чьих. Так, почему ты думаешь, что Талмар замешан в возвращении драконов? Доказательств нет, пока. Но я нутром чую, что это их рук дело. Имперцы захватили Ульфрика. Война почти закончилась. А потом появился дракон, Ульфрик сбежал, и война снова идет. А теперь драконы нападают на всех без разбору. Скайрим ослаблен. Империя ослаблена. Кому это на руку, кроме Талмара? Итак, что нам нужно выяснить? Что Талмар знает о драконах? С чего начать? Если бы мы могли пробраться в Талмарское посольство. Это их штаб-квартира в Скайриме. Проблема в том, что посольство охраняют лучше, чем Скряга свой сундук. Они еще большие параноики, чем я. Я пока не знаю точно. У меня есть несколько идей, но нужно время, чтобы все продумать и подготовить. Встретимся в Ривервуде. Если я не успею туда к твоему приходу, дождись меня. И посматривай на небо. Поверь мне, дальше будет хуже. Что ж, вот и все. Задание выполнено. Что ж, на этом мы закончим, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки под видео, ждите новых видео. Пока.